Па выніках першага паўгоддзя Гомельская вобласць выканала даведзеныя ўрадам заданні па экспарце тавараў, прыцягненні прамых замежных інвестыцый і стварэнні новых працоўных месцаў. Таксама добрыя вынікі па жыллёвым будаўніцтве і яшчэ некалькіх важных пунктах. Разам з тым, некаторыя ключавыя паказчыкі дасягнуты не былі. Размова ў першую чаргу пра валавы рэгіянальны прадукт. Тут не дабралі 2,5% пункты. Па меркаванні спецыялістаў, у сённяшніх умовах гэта не самы дрэнны вынік, ва ўсялякім разе сярэдні па краіне. Что помешало нам выйти на запланированный рубеж? Одно практическое предприятие – это наш белорусский металлургический завод, который, к сожалению, пока работает с нагрузкой где-то примерно 77-78%. Без этого предприятия мы имеем 100,5%. То есть практически были бы в графике, в плане, и вышли бы на те параметры, которые доведены правительством. У наступном квартале отставание плануется ликвидовать. Как кажут специалисты, передумовы для этого есть. Але придется уличивать снижение объема вытворчести на БМЗ и Мазырским нафтоперапрацовшем заводе. Еще одна галина, по якой прогнозуется отставание, будаўничий комплекс. В силу того, что крупные инвестпроекты, которые мы реализовывали в предыдущие годы, в основном завершены. И, конечно, по объективным причинам, в этом году Гомельская область показатели будет иметь несколько скромнее. Поэтому наша задача – перекрыть строительный комплекс за счет других отраслей. По всем остальным параметрам ситуация предсказуема, она достаточно управляемая, и мы видим, что там динамика будет. Другое важное пытание, якое меркавалі на пасяжэнні аблвыканкама, вынікі выканання абласнога бюджэта. Даходная частка склала каля 10 трильйонаў рублёў. Расходы трохі перавысілі гэтую суму. Разам з тым захавалася сацыяльная накіраванасць бюджэта. У тым ліку вобласць паспяхова справілася з выплатамі адпускных работнікам бюджэтнай галіны і выплатамі адраснай сацыяльнай падтрымкі. Настасія Кучынская, Сергей Лукашук, телерадыёкампанія Гомель.